Эй, йоу, поставь лайк под этим видео, а цифра твоего лайка покажет, вернется Глент на землю или останется привидением. А я Глентик привидение, на банане я упал. А я Глентик привидение, невидимым я стал. Из-за пранков и видосов к сатане я вас попал. Оператор тут со мной в аду, ведь он меня снимал. А я Глентик привидение, на банане я упал. А я Глентик привидение, невидимым я стал. Из-за пранков и видосов к сатане я вас попал. Оператор тут со мной в аду, ведь он меня снимал. Привидение, как когда-то Влад, не худший вариант. Не найдет военкомат. Ребят, я пранковал, попал за это в ад. Я буду духом-блогером для призраков снимать. Ну а как же мой канал? Вел его я столько лет. И все дети будут плакать, то что умер бедный Глент. Я старался очень сильно, чтоб в историю попасть, но меня убил банан. Как же так можно упасть? А я Глентик привидение, на банане я упал. А я Глентик привидение, невидимым я стал. Из-за пранков и видосов к сатане я вас попал. Он сказал, что я хороший, чтобы дальше я снимал. А я Глентик привидение, на банане я упал. А я Глентик привидение, невидимым я стал. Из-за пранков и видосов к сатане я вас попал. Он сказал, что я хороший, чтобы дальше я снимал.